Здесь у меня где-то чуть больше килограмма муки. Значит, добавляем соль по вкусу. Тесто на хинкали грузинские должно быть очень твердое. Я добавляю чуть-чуть подсолнечного масла, но вы можете этого не делать. Мне так больше нравится, тесто получается эластичным. Воду добавляем по чуть-чуть. Тесто должно быть очень крепкое. Дальше буду делать на столе. Тесто месим долго, тесто очень твердое, нам надо прям до гладкости все вымесить. Так, тесто очень твердое, поэтому зовем мужчину на помощь. Сосед. Мужчину дома или соседа.
Кладем в пакет отдохнуть. Минут 20, может, полчаса. Так будет легче с ним работать. Здесь у меня где-то килограмм говядины. 100 грамм жира говяжьего. Я всегда использую только говяжий. Баранья мне не очень нравится. Пучок один кинзы. Я его нарезала. Сейчас буду тоже пропускать через мясорубку. Вы, если хотите, можете просто нарезать. Но у меня дети не любят, когда зелень видна или чувствуется, поэтому приходится ее так скрывать. Лук у меня где-то здесь 350 грамм. Сейчас все это прокрутим через мясорубку. Так, поехали. Так, добавила я еще один маленький лучок, потому что мне показалось, что там мало было лука. Вот, в итоге где-то 400 грамм лука. И оставила я один вот такой кусок мяса, жира. Мне кажется, этого жира достаточно. Итак, убираем, значит, мясорубку. Добавляем соль. Соль по вкусу. Я потом посмотрю еще. Перец молотый черный. Одна чайная ложка. Перец острый. Зависит от того, сколько вы хотите остроту. Я совсем чуть-чуть добавлю. Потому что будут дети кушать. Я добавляю куркуму, но это делать не обязательно, просто мне нравится вот слегка на кончике. Это даже не чайная ложка, а меньше, наверное, кофейная ложка. Чтобы бульон в конце был приятный такой желтоватый цвет. И кориандр. Кориандр совсем, щепотку, если пальцем, я добавляю. Вы можете больше, меньше, но с этим сильно перебарщивать нельзя, потому что кориандра... Есть такой, есть горечь и такая, ну, специфический вкус, который не всем нравится. Поэтому только так, слегка, просто так, чуть-чуть свой аромат даст. И все, дальше перемешиваем. Вообще нужно сюда добавить еще холодной воды, но сюда я не буду ее добавлять. Я буду по порционно в тарелке отдельно буду смешивать с холодной водой и так как бы заправлять мясо. Потому что если сюда добавить, фарш может остаться, если его много сделали. Потом с ним уже ничего не сделаешь. Лучше понемножку добавлять воду, то есть отдельно. Хорошенько все смешиваем. Делаем такую колбаску. Спасибо. Ты иди руки помой сначала. Ага.
Хорошенько вытри. Нет. Руки вытри. Нет. И что? Что? Ну, давай помогай. Как? Делай кружок вот такой. Вот так вот кружок делай. И что? Ну, поставь. На. Без тебя уж никак, да? Опа! Ты же мой помощник. Ага, и давай белого. И раскатываем каждый кругляшок. Да. Да-да-да. Я делаю тонко. Так получается быстрее и вкуснее. Давай, клади сюда. Здравствуйте. Мы готовим пельмешки. Да, мама? Хинкали. Да, хинкали. Хинкали. Хинкали, да. Хинкали. Пельмешки. Мы пельмешки готовим мамой. Но она просто готовит. Видите, как она быстро готовит? Вот туда. Видите? Быстро она готовит. Она очень быстро готовит. Она говорит, что это помощник, да. Да? Угу. Она говорит, что это я помощник. Мечит, как лев. И еще она будет. А ну и. Итак, вот мясо достали из холодильника. Немножко отделяем, потому что может остаться лишнее мясо. Но пока столько хватит. Добавляем воду из холодильника. Перемешиваем. Сейчас покажу, какая должна быть консистенция. После того, как добавили воду, надо еще раз посмотреть на соль. Еще чуть-чуть воды надо. Вот, кладем ложку, а она падает. Видно, что вот мясо жидкое. Слишком перебарщивать с водой тоже нельзя, потому что все будет просачиваться через тесто. Все. Кладем мясо посередине. И вот так вот собираем все в середину теста, все.
Вот такие вот хинкали получаются. Долго вот так вот держать их нельзя, потому что мясо жидкое, может намочить тесто, и все может быть испорчено. Поэтому, как только завернули тесто в фарш, надо это самое сразу же варить. Поэтому заранее кипятим воду. Ну, ближе уже к окончанию, так, чтобы уже вода кипела. Итак, вода кипит. Вот так вот мешаем. И пока там крутится, бросаем хинкали. Я бросаю вот этой стороной вниз. Если на случай, если она прилипнет, чтобы та сторона прилипла. Все много бросать в одну маленькую, если кастрюля маленькая, нельзя. Для них должно быть как бы много свободного места, потому что они еще увеличатся в размере, так чтобы они не разварились и не порвались. Мешаем очень аккуратно в начале, чтобы не прилипло ничего. Когда начнет как бы кипеть вода, я его уберу, крышку, будет без крышки вариться дальше. Вот. Кипит. Все, убираю крышку. Дальше она будет вариться так, без крышки. Да, забыла сказать, воду я солила. Солить обязательно воду надо. Так будет вариться где-то 5-7 минут. Одну достану, посмотрю, готова или нет. Видите, они уже увеличились в размере. Уже пахнут вкусно. Вот так вот. Пока там варится, я быстро делаю остальное. Так, варится он у нас уже 5 минут. Проверяем на готовность. Как я это делаю? Одну, конечно, приносим в жертву. Так. Достаем. Разрезаем. Вон, сколько сока. И смотрим вот в эту часть, там, где заворачивали. Вот здесь вот. Видно по тесту, готова она или нет. Если остается белая, где-то видна мука, значит, она еще не готова. Сейчас посмотрим, как бы на вкус. Готово. Пока я смотрела, еще 2 минуты прошло. Значит, где-то 7 минут. Все, достаем. Все, достаем. Достаем аккуратно, чтобы не порвать. Сверху черный молотый перец. Все. Приятного аппетита. Вот этот час не надо кушать. Вообще, грузины кушают руками, но это так надо. Кто не хочет руками, делаем так. Значит, втыкаем вилку только вот в эту часть, чтобы не порвать ее. И придерживаем другой рукой.
Покажи внутри, сколько сока. Я половину уже съела. Ай, горячая. Вот, ради вас пожертвовала. Я показывала вам, не выливаем. Это самое вкусное. Все, всем приятного аппетита. Так, пошла следующая партия. Какая это уже третья? Вот у меня видно последняя партия, вернее не последняя, но просто все уже наелись. Я последняя осталась. У меня осталось немножко теста. О. И немного мяса. Заверну их в виде пельмешек, для Рауля заморожу. Он часто просит. Вернее, он кроме этого ничего не ест. Я думала, что я снимаю, оказывается, не снимала. Сама с собой здесь разговариваю. Вроде бы и тесто то же самое, и мясо то же самое, как в пельменях. Но поверьте, почему-то вкус совсем другой получается. Может быть, за счет того, что туда вода добавляется. Может быть, за счет того, что только кинза, я не знаю. Но вкус всегда другой. Сейчас бы завернула все это, как пельмешки, был бы вкус совсем другой. Уже проверено. Обязательно газировка должна быть рядом с хинкали. У нас сегодня тархун. Ой, хорошо. А кто прибираться будет? Поела и все, больше ничего не хочу. Еще я сделала мацони. Включила таймер в духовке. Еще 18 минут. Где-то на 4 часа поставила духовку, но не включила, конечно. Будем думать, что готовить потом из мацони. Может, к макаронам, может, к хинкали азербайджанские. А, пшеничную крупу я купила. Приготовлю. Называется он хашил. Типа как каша с мацони, с чесноком и с маслом.
приготовлю на днях, может быть, выложу. Знаете, тяжело снимать и самой что-то делать, потому что у меня нет помощи, я сама на телефон снимаю. Так что, если что, простите. А мне еще здесь прибираться. Покажу вам Мацони сейчас, скоро. Остальное сделаю типа пельмешек. Вот эти нормальные, маленькие для Рауля. Все, морозилку для Раульчика. Посмотрим, как там наши мацони. Все, поставим теперь в холод. Без крышки пока буду ставить в холодильник. Вот. Thank you.
Ну, на сегодня у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Вам не было скучно. Я уже сегодня все, больше ничего не буду делать, надеюсь. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. А у меня время пить чай.